Быть может, был в Кабуле он шинтанди в программе. А может, сердце дрог при слове Кандагар. Уже 15-й год подряд в Приднестровье проводится открытый республиканский фестиваль патриотической и афганской песни «Караван». Это яркое и знаменательное событие в культурной жизни республики. В Рыбнице прошел первый отборочный тур фестиваля. Цель мероприятия – это воспитание патриотической, гражданской патриотической сознания молодежи. Для того, чтобы ребята не забывали о том, что наши деды, отцы, братья, воевали и защищали нашу родину. Конкурсная программа фестиваля «Караван» проводится в трех номинациях: солисты, ансамбли, авторская песня. В нем принимают участие исполнители, любители патриотической и афганской песни, участники художественной самодеятельности клубных учреждений, студенты и учащиеся школ города и района. Это люди разного возраста, но их всех объединяет любовь к родной земле и светлая память о подвигах солдат, защитивших свою родину. Война – это тема, которая, по-моему, затронула всех, кого-то косвенно, кого-то напрямую, и эта тема очень важная, и когда мне предложили со школы, я просто не мог не согласиться, потому что это также и честь школы нужно было защитить, и показать, что все-таки в Рыбнице у нас есть талантливые ребята, что мы все можем многого, если хотим, можем написать свое даже мнение, хотя я сам никогда же не участвовал, и мои ровесники никогда не участвовали в боевых действиях, но через кино, через рассказы взрослых мы тоже понимаем, как это было страшно, и чтобы нельзя допустить этого больше. В отборочном туре фестиваля «Караван» приняли участие 26 конкурсантов города Рыбницы и Рыбницкого района. Победители фестиваля будут представлять Рыбницу на республиканском уровне. Наталья Елисеева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.